Да, проверяет это движение. Соответственно, по гибкости позвоночника, я просто немножко повторю, да, мы можем предположить, что он занимается либо гимнастикой, либо йогой, да? И спрашивать у пациента, подтверждает он это или нет. Спрашивает. А чем ты занимаешься? Йогой. Йогой, да? Вот видите, занимается. Потому что уникальная гибкость, очень хорошо. Ну, кстати, вот мы проверили, тазовые кости у него смещены. Это как раз проблема йогов. Почему? А вот многим кажется, вот они растягиваются, но у них настолько расшатаны вот эти вот тазобедренные связки, что они очень легко выпадают и становятся обратно. Даже в процессе того, что он там, ну, не типа знаю, в автобусе ехал. Похоже на движение. Растяжение и скручивание. Ну давай делай прям конкретно. Разворачиваю руку. Вот тут надо давить в ребра. Либо так, стой. Я делаю, я на себя разворачиваю. Вот здесь тоже. Да, вот сюда вставай. Руки можно, да? Да, можно. Вот так, как кушетка. Угу. Стараюсь тут перпендикулярно позвоночнику двигаться. То есть это я толкаю туда? Да, это вот. А это? Почти перпендикулярно, немножко на растяжение. Угу. Ну и здесь. Да, давай. Вот, если не хватает там веса или роста, да, я прям вот на эту руку, да, на ноге прям так раз подпрыгиваю. Не, ну тут просто как это, без покрывашки, чтобы как раз вот ну, не скользило ничего, да? Давай накроем, с другой стороны попробуешь. Скользит, ты чувствуешь, что скользит? Ну да. Скользит, скользит, видите? Кожная сала, но в любом случае есть. Да у него кожа шелковистая, просто как шелк скользкий.